Волгоградский пловец Андрей Гладков вернулся в родной город после президентского приема. В аэропорту его встретили не только журналисты и поклонники, но и губернатор Сергей Баженов. Привет, поздравляю. Так, это где мама? Мама. Мама вот. Значит, это мать. Да, да. А где тренер? Ирина, вот тренер. Это, значит, Ирина Эриковна. Это Ирина Эриковна, да? Молодец. На летних паралимпийских играх в Лондоне 15-летний спортсмен выиграл 3 медали. Буквально в самый последний момент наш пловец был включен в состав смешанной эстафеты 4 по 100 метров. Он помог своим соотечественникам со вторым результатом пробиться в решающий заплыв, где уже Россию представлял другой квартет. И, как уверена его мама Ирина Гладкова, без полуфинала нет финала. Сейчас, конечно, маленько отдохну, подвыздоровлю, потому что на соревнованиях я заболел. Но мне это не помешало, я как бы не упал духом, завоевал медали. Будем готовиться к следующей Олимпиаде, к золоту. У меня самое такое было, это моя основная, на которой я завоевал бронзовую медаль, 3-е место, 400 метров. Для меня это самое такое, у меня очень сильный мандраж был. После нее как-то все равно было расслабление уже, передышка. Но до нее у меня все старты давались тяжело, морально. Но соревнования прошли очень отлично. Мне все понравилось, организовано, все точно. Все по минуткам было, видать, расписано у них. Везде встретили, везде проводили. Если что-то надо, обязательно помогут. То есть проблем не было вообще. Знал по-любому, что я не должен в Волгоград возвращаться без медали. Что я обязан. Я очень рад, всем спасибо, конечно, что вы так встретили. Я думаю, без вашей поддержки не было бы этих медалей. Заряд всегда был и есть, и будет на золото. И ребята у нас очень перспективные именно в паралимпийском движении с поражением опорно-двигательного аппарата. Конечно, нужно это... наше движение паралимпийское развивать. И я так думаю, что это только первая ласточка. Медалей будет гораздо больше. Но паралимпийские игры – это отдельная история от всех соревнований, от чемпионатов мира, от чемпионатов Европы. Это отдельная история. Спортсмены готовятся именно к ней. И поэтому он достойно занял 3-е место на паралимпийских играх. Хотя соперники, которые, в общем-то, были его сильнее в мировом рейтинге, он их обыграл. На России показал себя хорошим командным игроком в плане эстафет. И вот 2 медали за эстафеты, за комбинированную и за вольный стиль. 4 по 100 комбинированные, 4 по 100 вольный стиль. Хорошо плывет сотку, поэтому его и взяли. Хорошо плывет спину. Он все свои остальные дистанции очень хорошо отработал. Он являлся финалистом. Я, в принципе, знал, что меня на эстафету поставят. Я готовился. Я, как мой тренер сказал, я неплохо ее плыву. И то есть я был выгоден. И если меня взять в команду и в сумме 34 очка класса, то это вполне выигрышные ситуации получались. Это командный расчет для того, чтобы в финале команда выступила лучше. Медали не 3, медали 4. Есть еще медаль у нашего героя за заслуги перед Отечеством. И это высокая очень оценка не только болельщиков, не только тренера, родителей, судей. Это высокая оценка государства российского, что действительно наша волгоградская земля не оскудела героями. И герои сегодня есть, и они перед вами. Сегодня наша главная задача – развивать движение паралимпийское. Наша главная задача – изыскивать средства и финансировать все проекты, которые с этим связаны. И мы сегодня это делаем. Наша задача – поощрять, премировать и тренера, и спортсменов, которые приносят нам победы. Они приносят славу Волгограду. И нам сегодня эта позитивная слава очень необходима. Хочу сказать, что сегодня мы все рады встрече, рады победе. И есть уверенность, что благодаря тренерам, благодаря терпению родителей и мужеству спортсмена у нас есть надежда на золото. И эту надежду
уверен, Андрей оправдает, потому что у него есть такой заряд, заряд побеждать. Таким образом, самый молодой член сборной выступил очень успешно для дебюта на Паралимпийских играх. На его счету одна серебряная и две бронзовых медали. Анна Древнева, Сергей Григоренко, Игорь Асанович, Волгоградское деловое телевидение.